Ну а сейчас мы находимся на остановке Чехова. Не так давно по городу на остановочных пунктах стали появляться вот такие щиты для расклейки объявлений. Оно же аккуратно присклеено, как приделано на стенку. Объявления уже не вешают нигде. Нету нигде бумажек, не болтается. В УКХТ Абакана нам рассказали, что это как раз сделано для того, чтобы не было несанкционированной расклейки объявлений, ну и чтобы сохранить опрятный внешний вид остановочного пункта. Крепить объявление нужно только на степлер, ни в коем случае не на клей, потому что это, во-первых, услуга коммерческая, а во-вторых, после истечения срока службы объявление снимут.